страшное чудо и дивное, братья! Пошли сыновья на отцов, а отцы на детей, брат на брата, и был стон и крик раненых, и лом копий. Не 10 человек было убито, и не 100, но 1000 тысяч. И не было кому погребать мертвых. Эти строки летописи рассказывают о времени, когда в жестоких княжеских распрях рушилось былое единство Киевской Руси. В XII веке распалась она на множество самостоятельных земель, удельных княжеств. Владимиро-Суздальское княжество стало одним из сильнейших на Руси. А городу, который заложил на Клязьме еще Владимир Мономах, суждено было стать его столицей. В лето 1125-е приставился князь Владимир Мономах, и сыновья его разошлись каждый в ту волость, которую дал ему отец. Ростово-Суздальский удел достался тогда князю Юрию. На этих землях располагались его владения в 12-м столетии. Сюда не доходили степные кочевники, дремучие леса стояли преградой на пути соседних князей, которых привлекали эти края, богатые пушниной, рыбой, хлебом. В XII веке на плодородные земли Владимирского Аполья перемещается центр пашенного земледелия. Сюда, спасаясь от княжеских расприй, от грозных набегов половецких, тянулись переселенцы с юга. Покинув земли дедов и прадедов, с надеждой шли они в дальние богатые края Залесские. В лето 1152-е Юрий, князь, многие церкви поставил в Суздальской земле. Летописцы всегда с похвалой говорили о строительстве городов и храмов. Храмы на Руси часто становились крепостями. В княжении Юрия укреплялись старые боярские города. Ростов, Суздаль, набирали силу новые, Владимир, Ярославль, Москва, Переяслав-Залесский, Дмитров. В лето 1157-е ростовцы и суздальцы и владимирцы взяли Андрея, старшего сына Юрия, и посадили его на отцовском столе. Вы видите реконструкцию портрета Андрея Боголюбского. При нем стал Владимир столицей княжества. И ныне стоят золотые ворота, напоминая о том, каким торжественным был въезд в город. В XII веке арочный пролет закрывали дубовыми створами, обитыми листами золоченой меди. В лето 1161-е создана бысть церкви в Владимире и украси ее паче иных церквей. Мощные, даже суровые формы Успенского собора утверждают самостоятельность Владимирской земли, могущество Владимирского князя. Сам князь Андрей дал собору много имения, и купленные слободы с данями, и села лучшие. Подобная щедрость князя тяжелым бременем ложилась на плечи народа. В лето 1161-е создал князь Андрей себе город именем Боголюбов. Белокаменным чудом называли современники княжескую резиденцию. Вот что осталось от нее теперь. Отсюда управлял Андрей Владимирской землей, жестоко расправляясь с недовольными. Не раз это служило причиной народных волнений. При князе Всеволоде Большое гнездо
который проводил политику отца и брата, усилилось могущество Владимира Суздальской земли. Руку на мече постоянно держал этот грозный и воинственный князь, стремясь расширить пределы своих владений, подчинить себе Русь. При имени Всеволода трепетали все страны, и по всей земле разошелся слух о нем. Предполагают, что на этой древней иконе изображен сам Всеволод. Память о его княжении хранят и стены этого собора. Дмитриевский собор Всеволод повелел строить для себя и своей семьи. Внешний облик его несет идею обожествления княжеской власти. Кажется, не собор перед нами, а величавый и могущественный князь в пышном облачении. И не искал Всеволод мастеров у немцев, но нашел мастеров своих. Одни олово лили, другие кровлю крыли, иные известью белили. Летопись не сохранила их имен. Неизвестны нам и те мастера, что сложили из белого камня единым летом церковь Покрова на Нерли. Но живет в древних памятниках великая и мудрая красота, которую вдохнули они в свои творения. Живет несравненное мастерство владимирских ремесленников. Так в 12-м столетии складывался на Владимирской земле новый центр русской культуры и государственности. Но уже надвигалась с юга страшная беда. Уже топтали русскую землю полчища незнаемые и несметные, перед которыми не могла устоять Русь разобщенная, ослабленная усобицами своих феодальных владык.